Ой-ой-ой. Я вообще в шоке. Вы посмотрите. Это, по-моему, тут не одна семья даже ходит. Посмотрите, вот что у нас ходит здесь в лесах. У нас бы уже, наверное, давным-давно поймали, хвост бы ободрали и на шашлык бы пустили. Представляете? Без гормонов, без всяких добавок, а-ля натуральнейшее мясо. А вон и бэбички ходят. Что-то у меня даже камера не фокусируется. Во, смотрите. Нифига себе. Я уже и забыла, куда я ехала. Где я нахожусь. О, смотрите, какой большой. Нифига себе. А что-то у него такого петуха нету. Вот это да, дикие. Диких я никогда не видела. Я знаю, где-то на ферме выращивают. И потом на День Благодарения здесь каждая уважающая американская семья покупает индюка. Смотрите, маленькие. Нифига себе, я даже таких не видела. Извиняюсь за такие эмоции. Ну зачем мне в цирк ходить или в зоопарк? Вот, пожалуйста. Приехать можно и увидеть. Живая природа. Ходят травку свежую, букашечек всяких, мошечек собирают, подбирают и кушают. Да это красота. Может, мне повезет, и я увижу медведя. Поехали искать. Пока-пока, индюки. Хорошего вам денечка.